Меня зовут Коля Варенцов, мне 25 лет. Я учусь в театральном институте в Москве, театральный институт имени Бориса Щукина. В детстве там в садике нам дали задание: нарисуйте себя там в будущем тем, кем вы хотите стать, и вот как вы будете выглядеть. Я, короче, нарисовал типа. Он был в таком обтягивающем костюме, полностью как аква-костюм, в берете, ну, куда художник без берета, с кисточкой и с этими, с палитрой и кисточкой, и он просто супер перекачанный был, типа, в обтягивающем костюме, такой, чё, кого нарисовать тут? По одному выходите, буду рисовать сейчас вот. Вот. Короче, художником хотел стать. Потом хотел стать геологом, потому что оба родителя геологи. Я такой, типа, ну кем я могу еще быть? А еще там что-то мелькали у меня какие-то приколы. Типа, летчика. Ну, это такое, типа, больше а-ля, как все мальчики в 60-е мечтали стать космонавтами. Вот, типа, летчик. Такая романтика. Вернее, моя сестра начала заниматься пантомимой, потом притянула меня, и я такой, типа, вау, приколдес! И, короче, мы вместе начали заниматься этим, и потом как-то все развивалось, то все, третье, десятое, и потом, благодаря Архангельскому театру драмы, я попал в театральный институт, и вот сейчас там, и вообще я такой, типа, блин, а чем я вообще в жизни мог другим заниматься? Конечно, только этим. Не табуретки же колотить. Не люблю табуретки. Сколько времени я посвящаю театру в своей жизни? Сейчас я посвящаю театру в своей жизни все свое время, потому что я учусь в театральном, и там я провожу все свои дни. Там нет выходных, там нет отпуска, там нет каникул. Ну, вернее, они есть, но они такие, типа, супер короткие. В общем, ну, все свое время сейчас я посвящаю именно театру. Клоунада — это для меня все, что есть в актерской профессии и вообще в театре, собранное в одно что-то очень цельное и грамотное. А почему именно клоунада? Потому что так вышло, и вышло очень круто. Я рад, что это первое вообще, с чего я в необъятном театральном мире столкнулся, и, наверное, без этого я бы не проникся всем остальным. Мир такой, какой есть, он должен быть. Менять надо себя. Будь ты талантлив, без огромных усилий и без огромного труда ничего не получится, вообще ничего. Талант — это как такой бонус. Типа, да, у него получится, но если он поработает. И везде надо искать сложности. Ну, в хорошем их смысле. Сложности, которые запускают процесс. Типа, когда тебе сложно, тебе интересно, когда тебе интересно, ты включен. И когда ты включен, только тогда это по-настоящему, и это имеет место быть. Меня вдохновляют... Ну, короче, это... Нету там, типа, вот... Личность. Владимир Ленин. Но меня очень сильно вдохновляет музыка. Меня очень сильно вдохновляет кино. Меня очень сильно вдохновляет игра актерская, то есть когда я вижу офигенную просто какую-то игру актерскую или какое-то вот, ну, исполнение совместное, там, будь то отрывок, спектакль, какая-то еще вещь, я просто прям, ну, мне, я выхожу и такой да, вдохновленный. А из людей, ну, всегда кто-то новый появляется, кто вносит в меня что-то новое и вдохновляет. Вот сейчас Чехов Антон Павлович меня очень сильно вдохновил своей глубиной, и у него прям в произведениях жизнь. То есть это просто, я поразился этому. Ты, когда читаешь, ты не понимаешь вообще, что происходит. Очень сильный чувак.
На самом деле все решают люди, а не город. Если в родном городе у меня куча людей, с которыми я хочу проводить время, с которыми я хочу видеться, с которыми мне приятно, душевно, тепло и весело, то я, конечно, останусь с ними. Или заберу их туда, где хорошо. А хорошо с ними, так что заберу их куда угодно. Да, у меня есть мечта. Иметь мечту. Да, кстати, свозить маму в Китай. Вот. Прям, чтобы это, типа, мама, смотри, это Китай. Пошли гулять. Ну, это такая прям самая. First. Три моих отрицательных черты характера. Может быть, ранимость. Может быть, даже неуверенность в своих решениях. Не то чтобы в себе, а вот именно в каких-то решениях. Но я борюсь с этим всегда, и я надеюсь, что поборю когда-нибудь все это в себе. И третье – легкомысленность, порой. Легкомысленность. Хотя иногда благодаря легкомысленности происходят интересные вещи. Три положительных черты характера – это легкомысленность. Да нет, сейчас. Легок на подъем, щедр, нежели жаден. Я филантроп. Миллиардер. И вообще, я хотел признаться сегодня, я железный человек.